Все, мы это В предыдущем уроке мы изучали теорию молитвы, как она работает. Сейчас мы узнаем, какая цель молитвы. Разве цель молитвы – это получить какую-то выгоду или что-то другое? Какая цель молитвы? Ответ на это можно объяснить по книге «Дер Хашем». Есть такая книга «Дер Хашем», которая объясняет вообще, какая цель пребывания в этом мире. Почему Бог создал этот мир? Почему мы вообще находимся здесь? В чем суть? Он отвечает на это так, что мы пришли в этот мир, чтобы усовершенствоваться. Через выполнение заповедей мы становимся более духовными. Через действие грехов мы становимся более нечистыми, более материальными. И наша цель – стать более духовным посредством выполнения заповедей. И кроме действия заповедей и действия грехов, есть тоже действия, которые они посередине. Это как кушать, пить, спать. Эти действия, они материальные, но они не грешные действия. И когда человек делает эти действия, они могут его потянуть в материальность. И чтобы избежать этого, как раз приходит молитва. Молитва, человек, когда он молится, и он воспринимает, что все, что случается в этом мире, весь его заработок – это от Бога, и все, что случается – это от Бога, то тогда, когда он работает, это не просто материальные действия. Он во время работы он понимает, я делаю действия, которые приведут к заработку, которая приходит от Бога. Он берет и поднимает свои материальные действия к духовности. Допустим, он кушает. Он понимает, что когда он кушает, то это даст ему силы тоже выполнению воли Всевышнего. И выходит, что все его действия в этом мире, их цель – это приблизиться к Богу. И выходит, что вся жизнь человека, она становится более духовным. И в принципе, это и есть цель молитвы. И тоже это объясняет, почему мы говорим благословение перед, что мы кушаем, и после, что мы кушаем. Это то же самое, чтобы понять, что эта еда, она от Бога. И тогда действие до кушания, оно становится тоже более духовным. В принципе, это и есть цель молитвы и благословения. Но это высокий уровень. Если по-простому говорить, то цель молитвы – это понять, что есть кто-то, который нас слушает, что есть Отец на небесах. И давайте в следующий раз, когда помолимся, мы будем радостны и от понимания, что есть кто-то, который нас слушает, и это наш Отец, который на небесах.